состоялась конференция регионального отделения политической партии «Справедливая Россия». Одним из ключевых вопросов стало избрание нового главы регионального отделения партии. По итогам тайного голосования им стал Сергей Гребенщиков, который возглавлял тульское отделение с конца 2014 года. О стратегически важных планах он рассказал корреспонденту Теле Тулы. Будем готовиться, конечно, к выборам президента, к выборам муниципальным, большой двигатель, там 18-й год, 19-й год. Ну и также к выборам областную городскую думу. Также мы будем подготавливать членов комиссии правом решающего голоса, потому что вот опыт показал, что нужно большую подготовку проводить, есть изменения в законодательстве сейчас происходят. Будем работать, будем увеличивать свои ряды, будем добиваться справедливости для Тулы. Также мы сегодня отметили, что практика Центра защиты прав граждан, она наиболее востребована сейчас в Тульской области. К сожалению, можем отметить то, что не все наши предложения услышит областная власть. У нас есть большие претензии к действующим министрам тульского правительства. Но мы будем добиваться все равно своего. Будем, если из ключевых, из областной повестки дня брать, то это отмена парковки, возвращение чернобыльских льгот, закон о детях войны, который мы будем добиваться при любом раскладе, хочет этого партия «Единая Россия» или не хочет.